Один парень отдыхал в Испании, влюбился в девчонку местную. В скором времени она забеременела от него. Он: «Ой, мне уезжать к себе на родину пора, а ты ребеночка-то рожай! Я со своей женой-то разведусь и приеду к тебе. Слушай, ну а как я тебе об этом сообщу? Ну как? В телеграме напиши слово «спагетти», а я пойму». Через 9 месяцев приходит телеграмма. Жена мужу звонит на работу и говорит: «Дорогой, тут тебе телеграмма пришла, спагетти». Муж прибегает домой, читает телеграмму и падает в обморок. А там написано: «Спагетти, спагетти, спагетти и спагетти. 2 с сосиской, 2 без». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.